Для кого-то суббота – это банный день. Для нас же это день решающих заездов пятого этапа СМП РСКГ. Сегодня мы увидим захватывающую борьбу сразу в трех классах – туринг, суперпродакшн и национальный. А вы увидите самые интересные их моменты. Давайте начинать! По традиции мы начинаем гоночный уикенд с класса национальный. И здесь наши позиции более чем приятные. Сегодняшним утром в квалификационных заездах пилоты команды «Лада Спорт Роснефть» смогли показать четвертое и пятое время. Четвертым будет уходить в бой сегодня Егор Санин. Ну а на пятой позиции расположился пилот, который в этом сезоне впервые стартует в цветах команды «Лада Спорт Роснефть». Зовут его Всеволод Гоген. Да, за рулем этого автомобиля ранее стартовал Владислав Устюгов, но сейчас он временно выбыл из нашей команды по одной очень приятной в каком-то мере причине. Дело в том, что он отдает долг родине и сейчас в эти дни находится на военных сборах. Ну а за него с пятой позиции в бой уйдет Всеволод Гоген. И перед тем, как мы пообщаемся с нашими пилотами и узнаем у них, как для них прошла эта квалификация, давайте немножко расскажем о Севе. Сева, привет. Добрый вечер. Скажи, ты впервые здесь в Смоленске? Нет, кстати, вот тут я уже три раза был. Это мой третий раз получается. То есть я два раза был, и третий раз я сюда возвращаюсь. Эту трассу уже хорошо знаешь. Да, вот именно из всей серии кольцевых гонок эту трассу я знаю лучше всего. Тогда давай для наших зрителей расскажем вообще о твоем спортивном пути, как ты попал в российскую серию кольцевых гонок. Это все можно рассказывать очень долго, потому что начал я заниматься автоспортом в 2003 году. Это был картинг до 2014 года. Дальше я пытался пересесть в более высший класс, это Формула-4. Даже у меня было два тестовых дня, но потом как-то все не получилось, не срослось. А в 2016 году нашли спонсоры, и вот как-то мы начали сотрудничать с «Ладой Спорт». И в том году я сел за руль «Калины» первого поколения и проехал весь сезон РСКГ. Как тебя приняли в боксах «Лада Спорт» «Роснефть»? Получается, за тот год я очень содружился со всеми, и когда я приехал два дня назад, все меня просто обнимали, целовали, говорили: «Сева, наконец-то», и так далее. Скажи, пожалуйста, понятное дело, что начиная сезон с пятого этапа, невозможно бороться, наверное, за чемпионский титул. Тем не менее, какие цели, задачи ты себе ставишь в этом сезоне? Это, может быть, даже и лучше, что я уже как-то это облегчен от всей этой чемпионской гонки и могу просто ехать в свое удовольствие и показывать, я надеюсь, хороший результат. Мы желаем тебе удачи в предстоящих гонках. Надеюсь, они получатся очень результативными. Да, спасибо. Егор, давай вспомним о квалификации, как это утро прошло для тебя. Квалификация прошла достаточно неплохо. Четвертая позиция. Столкнулись.